И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, пришлось переделать церковь. Единственный косяк, почему-то у меня с этой стороны более соответствуют, значит, вот эти текстуры, а с этой слишком светлые. Возможно, нужно перевернуть нормальный, но это я потом займусь. Потом еще стекла поднастрою по-другому. Ну, давайте посмотрим, что тут внутри. Так, значит, вот такая вот локация. Почему пришлось расширить церковь? Потому что она маленькая, и, значит, как-то это все сжато здесь происходило. Так, значит, трибуны настроены сейчас, но на нампаде через камеру. Давайте посмотрим. Так, ну шторы я не буду вешать, потому что все-таки Дикий Запад, какие шторы, да? Так, давайте еще посмотрим. Добавим сюда, залинкуем персонажа, файл link. Значит, сначала залинкуем сюда священника. Тоже немножко я тут над ним, над трибуной поработал. Сделал трибуну такую побольше с выступом. Так, тройка на нампаде S уменьшаем. Потом свет еще удалю. Надо будет сейчас подогнаться именно по размеру, потому что вы видите, что окна как бы большие, да? С одной стороны это хорошо. Так, Shift F. Погуляем, посмотрим, что тут происходит. Так, распятие есть. И вот сейчас вот получается как бы мелковатый, да, вот такой персонаж. Ну, так он будет, наверное, выглядеть более нормально и по потолку. А ну-ка, Shift F. Да, и по потолку, и вроде бы размер его будет нормальный. Так, Shift F опять же. Так, по центру он стоит. Тут еще можно добавить трибуну такую, ну как не трибуну, а как бы сцену, да, такую повыше выступ на всю длину. Так, персонаж есть. Можно его чуть-чуть еще, чтобы сзади него было распятие, чтобы картинка это потом хорошо, значит, вся брала вот эту штуку. Так, раз, допустим, вот я беру персонажа и раз, сзади уже как бы распятие, уже понятно, что церковь, да, там можно как-то все это дело обыгрывать. Ну, так, еще что? Так, давайте посмотрим. Добавим сюда прихожан. Посмотрим, насколько маленькие вот эти вот сидения. Может быть, их надо будет увеличить. Файл link. И найдем еще персонажей. Значит, добавим шерифа, который сидит в церкви, да? Вот он. Ну, перед тем, как уезжать, я думаю, все равно нужно церковь как бы показать. Так. Пусть они на мессу перед отъездом сходят, да? Так, S. Так, семерка, единица на нампаде. Давайте я сейчас пока аж удалю крышу. Удалю тут перекрытие. Выберем персонажа. R перекрутим, и значит нужно его посадить. Посадить, думаю, вот сюда, потому что там будет камера. Так, а ну-ка. Видите, в камеру вроде он нормально смотрелся, да? А вот сейчас уже как бы мелковат. Ну, в смысле, большеват. И получается, если падре такого размера, то шерифа нужно еще уменьшать. Вот так. Так, раз шериф так сидит, то видите, не хватает размера вот этих вот табуреток. Так, а ну-ка, S. Так, теперь, значит, нашего Мастерсона сюда. Смотрим, как он тут вообще уселся, чтобы ноги его на полу были. Так, с задницей он вроде бы сидит.
Тогда вот эти S так, они еще и на весу находятся, да? Тогда мы их еще опустим. Так, и, наверное, сейчас вот так вот сделаем. Так, чуть-чуть растянем их, чтобы спина его, оп, не выходила за табу, за тамбур этот, за табуретку. Так, ну вроде бы нормально сидит, да? Так, тогда вот эти дальние табуретки delete. Они нам пока не понадобятся. Нужно будет переделать анимацию, чтобы он смотрел, значит, в сторону священника. И, возможно, кто-то будет креститься. Не все, но кто-то должен перекреститься. Так, теперь, значит, монашка. Монашку добавим тоже. Коллекция, коллекция. Так, S большеватая у нас монаха. Так, так, так. Она меньше Мастерсона. Напомню, что Мастерсон у нас тут самый большой. И раз он в возрасте, возможно, даже они с ней когда-то встречались. Так? Раз они с ней встречались, ну, пусть церкви с ней как бы и встретятся, да? Ну, у всех бывает какая-то история в жизни, да? Так. Так. Вот, мы платье ее спрячем за Мастерсона вот так вот. И тоже будем знать, куда повернуть ее голову, да? Так, что у нее по ногам, чтобы она тоже не проваливалась. Вот это как бы вот так должно быть, да? Так, и она должна еще быть поменьше. У нее 1,50 м, а Мастерсон, напомню, где-то под 2 метра роста. Не по 2, а пусть будет 2. Самый большой тут, да? Так, и немножко, значит, мы ее как бы развернем в сторону нашего падре. Так, что тут еще с падре? Нужно разобраться, чуть-чуть провалился он, да? Ну, это не проблема, сделается. Так, давайте посмотрим, как это будет выглядеть, когда они все тут будут сидеть. Shift-F. Так, это будет как бы вот такая картина. Ну, в принципе, картинка неплохая получается. Так. Возможно, придется стену убрать. Или так, вот эти табуретки. Зайдем в Edit Mode. Так, и значит. Рентген. И вот эти все табуретки выберем. И чуть-чуть передвинем от стены. Там тоже проход должен быть, да? Так, и тогда вот эти табуретки тоже выберем. И тоже чуть-чуть отодвинем от стены. Вот таким вот образом, да? Так, смотрим, заходим в Object Mode, включаем видимость текстур. Ну, в принципе, все, они как бы уплотнили, сжались. Так, Мастерсона тогда. И вот эту гражданку передвигаем чуть-чуть сюда. Так, файл, линк. Кто у нас тут еще остался? Герой Запада, да? Тоже в церковь он где-то тут сидит. Сейчас найду его. Ну, у этого героя больше всего анимаций. Больше всего вот этих
Это он говорит, в салуне стоит, где-то он поднимается, где-то он опускается, стреляет. Так, С, значит, это он в церкви. Нужно будет сейчас ему подключить потом текстуры. Он, считай, как и монашка, где-то такого же размера. Так, приподнимаем, чтобы ноги его не были, значит, в полу. Так, и здесь уже он чуть-чуть как бы не попадает, да? Хотя по размеру оно. Вот, уменьшим его так. Угу. Уже интересней, уже картина как бы маслом, да? Теперь файл, линк. Нам понадобятся еще персонажи. Это был пацан-торговец. Короче, все персонажи, которые есть, они должны оказаться, значит, в церкви на месте. Даже инвалид. Так, пацан пусть стоит. Так, он вдали там будет. Наверное, вдали. Или давайте его переведем вот сюда. Потом все это будет еще корректироваться. Если кто-то захочет поучаствовать, предлагайте, где кто должен стоять, где кто должен сидеть. И, значит, мы это дело все поставим, как вот вы пожелаете. Как посчитаете, значит, лучше будет. Так, здесь будет сидеть Альварес. Давайте файл, линк, ее сейчас найти еще надо. Это, значит, у нас... Где она у нас тут? Эй, АБ. Так, так, так. В салуне. В принципе, я ее не переделывал. Она уже в салуне сидит. И пускай сидит и тут так же, как и там. Так. Опа. Еще нужно стул ей удалить. Семерка на нампаде, R. А хотя может она и на стуле сидеть. Так, немножко перекрутим ее. Посадим на место и смотрим, чтобы у нее, опять же, ноги на весу не были. Так, бамс. Вот так, вот. Теперь можно будет удалить ей стул, зайти. Так, а если я удалю стул и пересохраню, то получится, что у нас пропадет файл. Тогда вот это все я сохраняю. Заходим в файл. Так, так, так.
Кузнец, монашка. Ну, давайте доктора сейчас сначала. Так, доктор есть. Вот так он выглядит. Потом у нас есть кузнец. И надо найти Альварес, потому что без нее как бы внешний вид будет не очень. Так, давайте удалим ей стул, подключим ей все текстуры Fint Messing, подождем, сохраним как Save As, это будет, значит, в церкви. Так, теперь что у нас получается? Доктор. Так, еще героя надо. Сейчас сразу давайте подключу. Open. Герой Запада с ремнем сидит в церкви. Вот он. Файл сейф. Так, вот герой получил свои цветовые такие гаммы, да? Импорт. Так, линк. Находим Альварес. Так, пускай она, наверное, сидит с главным героем здесь. Пока, да? Она тоже такого же роста, как он. Так. Угу. Как бы так бы, да? Сохраняем. И теперь нужно это уже сколько тут? 180 тысяч полигонов. Так, и нужно закинуть теперь, залинковать доктора, потом еще, значит, у нас кто там присутствует. Так, так, так. Еще врач. Так, АБВГД.
Так, сюда посадим, наверное, доктора. Так, и нужно, видите, что им делать анимации, значит, поворота головы всем. Ну, чтобы они смотрели, значит, на падре. Так, и опять же, видите, что у них разные размеры и нужно еще разный опуск. Так, это он большеватый, да? Ну, пусть вот так. Так, вроде сидит, вроде все нормально. Надо еще трубку у него достать, а то он вообще обнаглел в храме курить-то ее. Так, и теперь файл link добавляем. Так, это значит, доктор, нужно еще цирюльника, да? Можно еще покойника старика Мортона сюда закинуть. Но это значит восставший из ада. Так, 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 одел тут. А ну-ка, парикмахер может. Сейчас погляжу, как он называется. Опа. Это вот тоже вот надоедает вот это вот поиск. Забываю, как я их называл уже. Значит, это священник, священник. Николай Мане. Так, по-моему, в другой папке он будет. А, не, вот он, цирюльник с большой буквы. Блин, по-моему, не сохранился, да? Файл сейв. Ну да, ну что? Ладно, сейчас быстрее дело пойдет. Так, линк.
Сразу файл save. Так. Так бы, да? Ну, словом, таким макаром, да, это все дело будет добавляться. Так, вот единственное, что не хватает сюда еще, ну, какую-нибудь намассовку пару с детьми, ну, с ребенком, допустим, да, там, чтобы ребенок у них какой-то там был на руках маленький, завернутый, допустим. Ну, которые не будут участвовать, допустим, ни в каких сценах, просто чисто массовки не хватает людей. Вот главные герои тут сидят, потом здесь еще сядет, значит, этот кузнец. Давайте кузнеца добавим. Так, линк, пацан, священник, монашка, церковь, герой. Цирюльник. Ну, ищем, давайте опять. Кузнец, вот он. Ну, у него тут колени. По прошлым роликам вы видели, что у него тут чуть-чуть что-то с ригом, да? Ну, в принципе, это все сзади будет не видно. Нормально сидит. Главное, чтобы они были по размерам. Так, ну вот это вся, короче, банда. Вот она. На проповеди падре, да? Ну вот массовка есть, но маловато. Сюда еще нужно персонажей добавлять, доделывать каких-то, значит, монаха какого-то я поставлю там сбоку.
Там сзади тоже что-то должно быть такое, ну, я не знаю, как чаша какая-то, да, для крещения там или еще чего-нибудь. Так, и получается, что у нас? Камера 0, Shift F. Так, а ну-ка, G. О, куда это она пропала? Shift F. Так, как это все взять бы? Так, вот, да? Такой получается обзор, но на камеру можно поставить 28 вот миллиметров, да? Тогда она Shift-F будет больше брать в ракурс. Ну, как бы так бы. Нужно еще посмотреть, как тут все это дело снять, под какими углами. Возможно, многое не надо будет персонажей, но вот тут этот угол нужно заполнить хотя бы первые два ряда. Так, еще инвалид будет в проходе сидеть. Так, ну давайте пропишем камеру на будущее, да? И значит Alt-H, все вернем, смотрим, что тут да как. Так, Shift-F, погуляем, посидим. И значит тут будут крупные планы, потом как бы облет. Ну, персонажи сидят, вот их можно взять, да, он пацаненок там что-то будет, и все должны смотреть. А вот этот гражданин, смотрите, что он, какая у него будет анимация. Shift-F. Так, съемка будет снизу, наверное. Так, что она тут? Так, давайте посмотрим, что он тут моет. Так, не понял. Камера одна. Это delete. Вот это delete. Так, ну здесь вот он делает как обзор, кто сидит, будут показаны именно вот эти вот прихожане. Вот он их оглядывает, и сейчас будет опять матом на них. И ах, ядрёна вашу вошь. Ну, замедленно, потому что, ну как, съемка идет, и много, значит, полигонов. Вот чуть-чуть он FPS плоховатый. Так, и смотрим, где у него. Вот он дальше. Это значит 500 кадров. Получается, если побыстрее, то ну, такая штука должна быть. Смотрим.
А потом можно еще и назад прогнать. Ну, такая штукенция. Так, все это я сохраняю, файл сейф. И сейчас покажу вам Библию. Тем, кто помнит книгу по прошлым роликам, что я делал, да, возможно, он ее будет открывать. Сейчас файл open, находим церковь. Так, церковь, книга. Подключаем, значит, текстуры, Pink Messing. И вот я сделал Библию, видите, да? Вот такая штукенция. Сейчас посмотрим, это уже с анимацией она еще. Вот. Вот такой у нее переплет. В принципе, можно ее потом использовать. И, значит, возможно, он ее откроет, да, там на какой-то странице, перелистнет, там, тен-тен-тен, это назад. Потом где-то анимацию остановить. Ну, вот здесь, наверное. И вот эти анимации следующие удалить. И как раз 90 кадров, где он будет книгу открывать, тоже будет прикольно для Дикого Запада, да. И потом начинается месса. Допустим, все с книги начинается. Ну, начинается все, конечно, с колоколов, которые зазвенят и улетят дьяволы в никуда. И потом уже, значит, открывается как бы книга, и все, началась месса. Вот такая штука. Все вот это можно будет скачать в группе. Ссылка на группу будет в описании. Все вы это можете использовать, значит, в своих проектах. Ну, вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.